Мне тут один друг кое-какую идею предложил. Он мне написал: «Эй, есть крутая идея. Если соберешь кольцо, видео закончится. Почему бы и не попробовать?» Для выполнения челленджа я выбрал Sonic Mania Plus, потому что да, потому что Sonic Mania — это классная игра в серии. Все же ее любят, да? Я не особо, но попробовать стоит. А вот он, Green Hill Zone, я выбрал Рэя, потому что Рэй, потому что у него классные полеты, мне нравится способ летать за него. И тут уже много колец, я чуть не проиграл. Я пока живу, пока неплохо, пока мчусь, надо бы разогнаться. Так, пока неплохо. Пока я иду неплохо. 25 секунд уже есть. Так. Отлично. Мы дошли до первого чекпоинта. Так-то. Как же тут страшно двигаться. Тут может быть везде кольца. Пишите, ребят, кстати, также в комментариях свои идеи челленджа. Типа, что можно сделать вообще? Вау! Я как-то очень классно проскочил.